Сауль Альварес в предвкушении боя с Рокки Филдингом, однако также рассматривает и возможный третий поединок с Головкиным. «Я фаворит. Я никогда не люблю подходить к бою самоуверенным, фаворит я или нет, ни для кого не секрет, что я хочу выиграть этот бой, а потом вернуться в 160 фунтов. Мы с Головкиным провели два хороших боя, можем в 2019 провести и третий, посмотрим, что будет, но прямо сейчас я на 100% сконцентрирован на поединке с Филдингом», — сказал Канело. Напомним, утром в воскресенье, 16 декабря, в Нью-Йорке, США, на арене Madison Square Garden пройдет бой за титул регулярного чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA, в котором сразятся мексиканский боксер Сауль Альварес и британец Рокки Филдинг. Прямая трансляция начнется примерно в 7:00 утра по московскому времени.